Выгодная покупка. Роза. 2 букета за 70 крон. Нет, нет, нет. Я первый, так что занимайтесь за мной. Вот как? 50 крон, пожалуйста. Нет. 35 крон. Но это цена за 2 букета. Знаете, дорогуша, мне не нужно 2 букета. И 70 пополам, насколько я знаю, будет 35. А 1 букет стоит 50 крон, а 2 букета с вашим купоном стоят 70 крон. Это безобразие. Вы что, тут с ума все посходили? Я пожалуюсь в Общество защиты прав потребителей. Где ваш начальник? Она обедает. Обедает? Лучше б делом занималась в рабочее время. За одну вещь 2 цены. Совсем обезумели. Но учти, больше 2 букета не куплю. Мне тебя не хватает. Вторая жизнь Уве. В ролях Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Филипп Берг, Ида Энгволь, Катарина Ларсен, Бюрье Лунберг, Тобиас Альмборг, Клас Вильергорд, Паян Карими, Симон Эденрот, Юхан Видерберг, Стефан Гёдике. Оператор Геран Хальберг. Тупицы. Металлические отходы. Композитор Гауте Сторас. Частная территория. Въезд на автомобилях запрещен. К мопедам тоже относится. Держите ворота закрытыми. Ваша шавка опять наделала на плитку. Слушай, этого старика, например. Андерс, ты видел? Он хотел убить принца. Что вы сделали с собакой? Это не собака, а глупый лохматый валенок с глазами. И здесь не собачья площадка. А вы не полицейский. Поговори с ним, Андерс. Ты же председатель правления. Ну вот, я и говорю. Андерс, я имею в виду серьезно. Автор сценария и режиссер Ханнес Хольм. Утро доброе. Как жизнь? Поболтать захотелось. Уве, будьте добры, зайдите к нам на минутку. К нам в контору. Не иначе, как повышение, а? Как дела? Нормально. Сколько вы уже здесь работаете, Уве? 43 года. Черт. Черт. Пошли по стопам отца? Да. Да. Так вот, дело в том, что мы хотим сделать предложение вам. А, вам ведь, по-моему, 59. И наверняка вы хотите попробовать в жизни что-то еще. После того, как проработал 43 года здесь. Ну, понимаете? Хотите меня уволить? Мы бы назвали это иначе, но, конечно, в целом вы угадали. Да. Мы хотим предложить вам программу. Обучающие курсы за счет государства. Личностный рост. Мы живем в эпоху цифровых технологий. Ладно, я все понял. Может, будет лучше, если я просто встану и уйду? Хорошо. Ну, ладно, счастливо. Минутку, Уве. Мы приготовили вам прощальный подарок. Это для работы в саду. Там, куда я еду, телефоны не нужны. Вы шутите? Дьявол. Еще немного вперед, Патрик. Ты куда едешь? Еще чуть-чуть. А? Вот и я говорю, прет как танк. Здесь запрещено ездить. Или вы не понимаете шведских законов? Вы слепой, посмотрите, кто за рулем. Приветствую вас. Я Патрик, а вы? Да хоть Микки Маус. Вы разве не знаете, что при езде задним ходом надо... Крутить руль в обратную сторону и смотреть в зеркала. Что она говорит? Понятия не имею, это на фарси. Красиво, да? Нет. Нет, нет, куда? Стой! Стой! Я ничего не задел. Вылезай живо! Да, да. И уйди куда-нибудь подальше с дороги. Только не забудьте. Спасибо, не первый день за рулем. Что это пищит? Это парктроник. Там камера. Камера? Какая еще камера? Привет. Привет. Мама! Парктроник, камера. Увешались цацками, а все без толку. Должно быть, мне понравится. Да, и мы наконец-то. Петер! Спасибо. Это ваш дом. Да, сюда ходите. Петер! Иди сюда! Чего тебе? Парковка категорически запрещена. Взяли мой велосипед, отдайте, пожалуйста. Кажется, он был женский. Да, моей девушке. А где она живет? В 152-м. Это те коммунисты, которые заставили нас сортировать мусор? Пусть сама забирает. А нельзя просто... Брось, пошли. Так и оставить ему велик. Видишь, он со странностями. Привет, Уве. Как дела? Да что все пристали, как дела? Не видно, что все в порядке. Ты не на работе среди бела дня? Не припомню, чтоб ты когда-нибудь болел. Тебе что-то нужно или просто решил почесать языком? Может, пообедаем? Идиоты. Эй! Сука, да суд! Здесь запрещено ездить! Вы что-то сказали? Да. Въезд на автомобилях строго запрещен. Неужели? У меня разрешение. Не надо мне сказки рассказывать. Всего доброго. Поехали. Убирайся! Что-то не так? На парковке есть гостевые места для посетителей. Если не ошибаюсь, мы специально их сделали. Так это из местного муниципалитета. Они хотят забрать руны в дом престарелых. Что-то у нас холодно дома. Ты не посмотришь батарею? Нет. Завернись в плед. Прости, я хотел прийти вчера, но не смог. Весь день был... Какой-то сплошной дьявольский цирк. В дом напротив въехали новые соседи. Что нынче стало с людьми, просто слов нет. Все лентяи и косоруки. Трейлер запарковать не могут, отопление починить не могут. А спросишь у них самую простую вещь, так они сразу бегут обедать. Знаешь, скоро мы станем страной, где все будут обедать с утра до вечера. Хорошо, что я до этого не доживу. А еще, представляешь, к нам заявился чинуша. Настоящий дорожный хам. Без тебя мир пошел кувырком. Но если я поспешу, то мы увидимся уже вечером. Плохо мне без тебя. Ну, чего вам надо? У нас курица с рисом. Рисом торгуете? Это угощение. В знак благодарности. Иранское блюдо. Шафраном. Очень вкусно. Парваных большой спец в кулинарии, ну а я спец по... Мы переставили трейлер, я видел записку. Вы правы, наша вина. Мы просто подумали, что вы голодны. Я не голоден. Придется выбросить. Нечего выбрасывать еду. Вообще-то мы хотели узнать, нет ли у вас лестницы. Конечно, есть. В нашем поселке у всех должна быть лестница. Это записано в уставе. Или вы его не читали? А нельзя ли нам ее одолжить? Хорошо, когда рядом человек, который всегда дома. Вот, это упоры. Спасибо. И инструкция. Ну все. Дьявол. А ключа шестиугольника у вас случайно нет? Шестигранника. Нет, шестиугольника. Причем здесь углы? 6 граней. Шестигранник. Ладно, я погуглю. Уве. Может, все-таки посмотришь отопление? Я очень прошу. Попробуй продуть батарею. А это поможет? Здрасте. Я Парваных, а это мой муж Патрик. Привет. Приятно познакомиться с новыми соседями. У вас чудесный поселок. Да, самый настоящий рай для взрослых и детей. Святые угодники. Видно, теперь никто уже не работает. А вы не поможете ей надуть батарею? Батарею? Не надувают, ее продувают. Руне стоило посоветоваться со мной насчет отопления, прежде чем устраивать путч. Увы, дорогой, это был не путч. Это был путч! Так вам нужна лестница или нет? Да, да. Уве был председателем правления, а потом все единогласно выбрали моего мужа Руна. Парваных, смотри, это бы пригодилось для... Нет, нет, не надо, не трогайте, это Сонина. Понимаете, Соня... Замолчите, с меня довольно! Убирайтесь! Все убирайтесь! Идите по своим домам! Проваливайте! Уходите! Да уж, настоящий рай. Покажу. Что? Ты меня звала? Уве. Шкаф вышел отличный. Да. Сколько же у тебя книг? Вот эти, потом еще ящик на кухне и в сарае немного. Я сделаю еще один. Говорят, что, умирая, мозг начинает работать быстрее, как будто бы жизнь поставили на перемотку. Да, многое тогда принеслось в моей голове, и в том числе почему-то батареи. И мама. Она рано умерла. Отец был не из тех, кто показывает свои чувства. Спасибо, что пришли. Я тоже. Что поделать, что поделать. Одно можно сказать точно. Что бы мы ни делали в этой жизни, живыми нам не уйти. Все, Уве, пошли домой. Отец был молчуном. Его интересовал только дом и всякая техника. Наверное, потому что они тоже были неболтливы. Мотор может дать тебе крылья. Но если плохо за ним ухаживать, то крыльев как не бывало. Однако тем вечером он разговорился. Уве, что? Я хочу, чтобы ты знал, как все связано между собой. Ведь все связано в 92-м Саабе. Да? Зачем свечи зажигания? Чтобы машина ехала? Верно. Вот, Уве. Видишь, это и есть жизнь. Запомни, в мире нет и не будет машины лучше, чем Сааб. Но в остальное время он почти всегда молчал. После школы я ходил к папе на работу. Привет, папа! Привет, Уве! Он говорил, что так я буду целее. Уйди с путей, Уве! Что? Отойди в сторону! Уве! Я тебя не слышу! Сзади! Кажется, это был первый раз, когда папа меня обнял. Странно, но я тогда почему-то вспомнил маму. Ой, ну надо же быть осторожнее. Думаю, что и он тоже. Нельзя было упускать такой случай. Ну все, Уве, довольно. Теперь отпусти папу. Все говорили, что он слишком добр. Как можно быть слишком добрым? Еще я познакомился с папиными замечательными сослуживцами. Стой! Одним из них был Том. Отдай. Нет, это я нашел. Не отдам. Я душу из тебя вытрясу. Порой ты сам не знаешь, верно поступаешь или нет, но что-то тебе подсказывает правильный выбор. Чертов щенок. А еще этот внутренний голос иногда странным образом связан с болью. Кто нашел, тот и взял. Так всегда было заведено. Уве, Уве, выбирай, что сделать с кошельком. Твоя ведь находка. Я нашел его в поезде. Спасибо, мальчик. Почему ты не сказал им про Тома? Зачем доносить о том, что делают другие? Я думал оставить кошелек себе. Знаю. Но потом ты его вернул. Да. Запомни на всю жизнь, Уве. Хорош тот, кто честен. Но порой честности нужна помощь. Понял? Да, понял. Ладно, пошли домой. Живей. И вот пришел день, когда я должен был наконец почувствовать себя свободным. Привет, папа. Привет, Уве. Ну как? Аттестат. Посмотри. Ух ты! Вот это да! Эй! Гляньте, какой у него аттестат! Он еще будет нашим начальником! Видали? Сплошные четверки и пятерки. С ума сойти! Далеко пойдет! Бога, скорее врача! Папа! Дьявольщина! Что за дрянь вы продаете, а? Написано универсальное, да? А это что? А что вы с ней делали? Идиоты! Теперь даже веревки приличные не сыщешь. Эти новые соседи с ума сходят. Едят рис с шафраном. Чем плохо мясо с картошкой? Нет, надо каждый день карнавал устраивать. Кажется, первый раз в жизни тебе придется меня подождать. Поцарапала принца. Швырнешь еще один камень, и из твоего мопса будет дверной коврик. Это чихуахуа. А кошка наверняка бешеная. Да? Подозреваю, что ты тоже. Но в тебя же мы не швыряем камни. Все еще считаешь себя хозяином здесь? Чертов старикашка. Я расскажу Андерсу. На здоровье. Какой может быть прок от несчастного водителя Ауди? 4 нуля на капоте, а 5 за рулем. А если она опять наделает на плитку, клянусь, я подведу туда высокое напряжение. Идиоты. К тебе тоже относятся. Брысь! Это частная территория. — 27 августа ты взяла у меня шланг. Отдавай назад. — Ты что, собираешься поливать сад в марте? — А ты не суй свой нос в чужой сад. — Может, все-таки глянешь на батарею, раз зашел? — Спасибо, ты очень добр. Уве, у меня есть ужин, если хочешь. — Спасибо, я уже поел. — Тогда схожу за шлангом. Руне. Руне. Эй. Люди в поселке безобразничают, творят, что вздумается. Все, что мы с тобой когда-то построили, рушится на корню. Но мне на это плевать, честное слово. В гробу я их видел. Я ведь решил убраться отсюда навсегда. Отправлюсь к Соне. Я подумал, ты рад будешь узнать. И помешать ты мне не сможешь. Будешь просто сидеть здесь и таращиться. Погоди, еда скоро будет готова. Спасибо за шланг. Это было очень любезно с твоей стороны. Уверен, что не хочешь перекусить? Нет. Джимми тоже поест. Фаршированные кабачки. Восторг. Думаю, Руна бы тоже понравилась. Он ни черта не слышит и не понимает. Еще как понимает. Руна знает гораздо больше, чем ты думаешь. Он словно читает то, что у каждого в голове. Ну, мне пора. Пусти. Отдай шланг. Эй, привет, Уве! Мы пытаемся открыть окно. Снаружи? Успехов. Лестницу держишь? Я просил подержать лестницу. Да, да. Ну и куда просил он меня. Спасибо, было вкусно, Уве. Саабу можно доверять, это уж точно. Made you feel second best, girl. I'm sorry I was blind. You were always on my mind. Директор вас примет, проходите. You were always on my mind. Мои соболезнования. Мы всегда готовы помочь. Не стесняйтесь обращаться, держите. Прекрасный аттестат. Это вам. Здесь половина месячного жалования папы. Вы платили ему вперед. Нет, нет, мы не можем их взять. Это по-честному. А может, поступим по-другому? Работа была мне знакома, так что это был естественный шаг. К тому же я уже знал папиных сослуживцев. Ну что, теперь мы без папочки? Не трожь, не трожь, не смей. В жизни любого настает момент, когда надо решать, кто ты. Это за кошелек, теперь мы квиты, кретин. Для меня этот момент настал тогда. Это мои часы. Эй, дай ему. Квиты. Вы, наверное, Уве Линдл? Да. А мы вас ищем. Да. Хотим взглянуть на ваш дом. Были приняты новые планы застройки, и ваш дом не удовлетворяет современным требованиям. Да, Стик, боюсь, что придется его снести. Да. Сами видите, он просто просится на слом. Это был первый раз, когда я пошел им наперекор, но далеко не последний. Они никогда не называли своих имен, лишь свое ведомство. Проклятые чинуши. И они всегда добивались своего. Уве, хватит, отдохни. Наконец, все было готово. И вышло неплохо, я вам скажу. Но чинуши, конечно, были не согласны. Здравствуйте. Если верно говорят, что судьба – это результат нашей собственной глупости, то причиной перелома в моей судьбе стала глупость моих соседей. Там есть кто-нибудь? Есть там кто-нибудь? Эй! Отзовитесь! Я-то надеялся добром увещевать пожар, но тут появился он. Отпустите меня! Все равно этот дом под снос. Прекратите тушить! Чинуша. Долго мы уже едем? Около часа. А что? Дьявол. Знала бы, что вам надо сойти, разбудила бы. Но вы так сладко спали. Вы проспали остановку? Нет. Нет, не в этом дело. Ваш билет, пожалуйста. Спасибо. У меня нет билета. Тогда вам нужно купить билет. Простите, но денег у меня тоже нет. Я заплачу. Пожалуйста. Я непременно вам все верну, обещаю. Не беспокойтесь. Я читаю «Мастера и Маргариту». Знаете такую книгу? Нет. Там есть кот, который тоже ехал без билета. А вы читали что-нибудь из Булгакова? Нет, ничего его не читал. Из него. Ага. Я учусь на педагогическом. А я уже выхожу. Постойте, вы забыли. С тех пор я каждое утро вставал и садился на поезд в 6:30. Но ее нигде не было. Через 3 недели я почти потерял надежду. Здравствуйте. Здравствуйте. Часто этим поездом едете? Да. Я служу в армии, возвращаюсь в полк. Угу. Вот, подумал, что надо вернуть вам деньги. Может, лучше пригласите меня на ужин? На ужин? Да. Но мне пока негде готовить ужин. Я имела в виду ресторан. А, хорошо. Угу. Вы ведь ходите в рестораны? Да. Значит, решено. Конечно. Привет. Вот и я. Опоздали на 15 минут. Неужели? О. Что вы знаете о машинах? О машинах? Угу. Согласитесь, ведь интересно понять, что заставляет их двигаться вперед. Это не так просто, как может показаться. Правда? Ну, возьмем, например, Сааб 93. Ему нужна движущая сила, мотор. В Саабе стоит поршневой двигатель. Поршень приводит в движение шатун. Чем хорош Сааб? Он переднеприводный. И ему не нужен карданный вал. Мой папа тоже обожал машины. Да. Вы почти ничего не ели? О, я поел дома. Угу. А зачем же вы ели дома? Чтобы вы могли заказать себе все, что хотите. Я вам соврал. Я не служу в армии. Я мою вагоны. А мой дом сгорел дотла. И мне уже пора. Спасибо за вечер. Она спросила, чем я интересуюсь. Я ответил домами. Это было единственное, что мне пришло в голову. Тогда она рассказала мне про курсы. Через 2 года я стал инженером. Поздравляю. Спасибо. О, вот это да. Нравится. Шикарная вещь. Ну, давай посмотрим, что у тебя там в дипломе. Ты Выйдешь за меня замуж? Я подумал, может, ты хочешь? А теперь скажи это громко и четко. Ты выйдешь за меня замуж? Да! Что? Да, выйду! Знаешь, я ждала этого. Сейчас, сейчас! Ай, мамочки! Ты что? Это вы что, Уве? Слушайте, вы должны срочно отвезти меня в больницу. Из-за разбитого носа? Господи, нет, Уве, Патрик упал с лестницы. Понятно. Я это сразу почувствовал своей задницей. Так поезжай на той швейной машинке, которая вас всех сюда привезла. Да у меня прав нет. А лет тебе сколько? 30. 30 лет, и у тебя прав нет? Патрика увезли на скорой, может, он умирает. Но не бойтесь, я поеду на автобусе. Ладно, я довезу. Спасибо, сразу трудно было согласиться. А теперь ты куда пошла? За детьми. Тут противно пахнет. Мама, я не могу дышать. Так откройте окна. Оставьте окна в покое. Вверх, вниз, вверх, закройте, вниз. Закройте окна. Вверх, вниз. Ну хватит. Нельзя ехать побыстрее. Господи, Уве, кто платит за парковку у больницы? Мы всего на 15 минут. Все в порядке. Он под наблюдением. Мне можно зайти. Я скоро вернусь. Постой минутку. А как же дети? Они побудут с вами. А? Эй! Книга! Вижу, не слепой. Книга! Она хочет, чтобы ты почитал. Медвежонок занялся тем, что делал каждый вторник. Когда ты вырастешь, ты станешь машинистом, сказал Ивар. Это очень скучная книжка. Да, согласен с тобой. Просто ты не так читаешь. Надо говорить, как говорит медведь. Медведи вообще не говорят. А этот говорит. Однажды я уже был машинистом, сказал медвежонок. Да, вот так, очень хорошо. Медвежонок нажал красную кнопку. Тысяча раскаленных пчел. Дети, привет! Смотрите, клоун. К вам пришел клоун Беппа. Эй! Хотите посмотреть? Фокус. Вообще-то я сейчас читаю им книжку. Вообще-то он сейчас читает им книжку. Все, я пришел. Скажите, у вас монетка есть? Мне нужна монетка для фокуса. Пожалуйста, дай ему монетку. Спасибо. Начинаем представление. Сипидех. Пожалуйста, назовите свой адрес. Как вы могли бросить детей одних? Никого я не бросал. Спроси этих имбецилов, которые вырядились полицейскими. Они меня схватили. Дело в том, что мы сочли, что ваш папа нарушает общественный порядок. Я лишь хотел забрать свою монету. Сколько раз вам надо повторять? Бим! Клоун Б попрощается с вами. Эй, постой! А? Стой, говорю, я давал тебе другую монету. Боже, бедные дети. Верни мою монету! Ты... Ты что, совсем рехнулся? Эй, вы что себе позволяете? Я не виноват, что у нее такие башмаки. Кстати, это не смешно. И очень непрактично. Ну надо же, глазам не верю. Ну, что я говорил? Я виновата, я и заплачу. Машина моя. Пока, Уве. До свидания, Уве. До свидания, Уве. Подхватите же его, черт вас дери! Я держу, держу. Давайте, давайте, мужчины, кто-нибудь. Вы что, с ума сошли? Руку давайте. Давайте руку, говорю. Да вылезайте же оттуда скорее. Что ли? Вы спасли его жизнь. Ему. Правильно говорить, ему. Держи. Это Насанин тебе нарисовала. Вот. Цветной — это ты. Она всегда рисует тебя цветным. Всегда? Слушай, у меня отличная идея. Научи меня водить машину. Патрик сейчас не может, и вообще ты лучше. Нет времени. Разумеется, я плачу за бензин. Ну что, идет? Что это? Ой, боже мой, бедняжка. Что с тобой? Ай-яй-яй-яй. О, открывай. Только не ко мне. Открывай, я сказала. Ну и ну, как у тебя здесь холодно. Принеси плед. Зачем? Плед. Живо. Животное. Кто-то ее поранил. Это кот или кошка? Кошка. Пушистая. Но ей все равно холодно. Привет. Я шел мимо и услышал какие-то крики. Погоди, так будет быстрее. Смеетесь над нами, толстяками, а мы очень теплые. Надо промыть ей рану. Нет, 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 только не на кухню. Что это? Как тут все низко. Это для Сони. Моей жены. Ясно, а где она? Она умерла. Соня замечательно готовила. Я все время здесь обедал, верно, Уве? О, кажется, немного согрелась. Кто ее возьмет? Я не могу, у моих девочек аллергия. Черт, совсем забыл. У меня тоже. Знаешь, убить себя не так-то просто. Теперь вот она появилась. Придется от нее как-то избавиться. И тогда я приду. Обещаю, Соня. Она в таком виде уже попала ко мне, так что я не виноват. Ладно, до встречи. Не знала, что ты любишь детей. Конечно, люблю. Просто не знаю, буду ли я хорошим отцом. Ты будешь самым лучшим отцом в мире. Самым-самым. Обещаю тебе. Идиот! Черт, извини, Уве, не задела. Мой инструктор Андерс. Привет, Уве. Этот кретин, ты думаешь, он тебя чему-то научит? Ты же не стал мне помогать. Все-таки не надо забывать про ремень. Да. Ой, извини. Это я случайно. Пока. Детка, осторожно, потише, пожалуйста, у вашего папы больная нога. Я буду кататься. Погодите. Ой, ушиблась. Патрик и Парвана Хандерсон. Я займусь ею, а ты пока открой дверь. Ну все, посиди. Знак «Ученик за рулем». На заднее стекло машины. Так положено по нашим законам. Не могу видеть, как один идиот учит другого идиота ездить на машине. Спасибо. Привет, Уве. Как дела? Инструкции пишут для того, чтобы их читали. Привет. Отличная погодка, чтобы позаниматься. Держи. Это иранские бисквиты. А ездить я уже почти умею. Садись. Стоп, желтый свет. Я ужасный водитель. Теперь зеленый. Можно ехать. Потихоньку отпускай сцепление. Я так не могу, я нервничаю. Спокойно. Заводи снова. Отпусти ключ. Отпусти. Теперь газ нажимай и сцепление отпускай. Я так и делаю. Теперь отпускай сцепление. У меня никогда не получится. Да чтоб тебя разорвало! Эй, ты что, не учился никогда? Значок не видишь? Не горячись, полегче, папаша. Ах, папаша! Никакой я тебе не папаша, засранец! Я злой старый черт! А ты пикнешь еще раз! Я тебе... Да вы... да я что? Тебе твою дуделку в задницу засуну! Понял? Понял? А теперь послушай меня. Ты родила дважды, третий раз не за горами. Смогла уехать из Ирана, прошла через войну, бомбежки и ад. Выучила новый язык, получила образование и работу. И нашла себе мужа-дурака. Значит, выучиться водить для тебя не проблема. Это не микрохирургия, в конце концов. Так что давай, заводи машину и вперед. Идиот. Отлично. Нет. Я уже взял все, что нужно. Нет. Сюда. Вот. Это было любимое кафе Сони. Каждую субботу в 1:00 мы сидели за этим столиком. И ели пирожные? Откуда ты знаешь? Сегодня суббота, 1:00 дня. А что делали потом? В 2:00 мы ехали домой. Соня читала книгу, а я и Руна мыли наши машины. Только руками. Никаких там царапающих моек. Руна? Вы же с ним не разговариваете. Было время, разговаривали. Вообще-то мы с ним были очень похожи. Стой! Стой, говорю! Эй! Руна! Уве! Мы подружились с самого начала. Я срежу через поле. Стой! Что, в последний раз? Да, и всем друзьям своим это передай. У нас были общие идеалы. Ездить на мопедах запрещено. Я был избран председателем, а Руна заместителем. Держите ворота закрытыми. Игры с мячом запрещены на всей территории. Парковка велосипедов запрещена. Думаю, каждый из нас удивился и обрадовался, что нашел себе друга. Сейчас только машину загоню. Пока между нами не обнаружилось крошечное различие. Ты ездишь на Volvo? Да. А ты на чем? На Саабе. Ага. Сначала мы старались не обращать на это внимания и дружили с семьями. Все шло хорошо, пока мы прилагали усилия. Мальчик! Но шли годы, мы понемногу отдалялись. А потом, не говоря ни слова, этот мерзавец устроил путч и захватил власть в правлении. Я был так зол, что сразу пошел и купил себе Сааб 9000. CS. А Руна купил себе Volvo 960 Executive. Мальчик их мало-помалу подрос. И вдруг решил эмигрировать в Америку. Вряд ли они видели его с тех пор. Я уже стал посматривать на новый Сааб 9.5, но потом подумал, пора зарыть топор войны. Надо снова начинать разговаривать. Знаешь, Руна, я тут подумал, кто старое помянет, тому глаз вон. Как считаешь? Конечно, мы же друзья. Показать новую машину? BMW. Я повернулся и пошел домой. Руна изменил себя окончательно. Эй, не могу же я всю жизнь ездить на Volvo. Последнее предательство. Послушай, у вас так и не было детей? Уже 2 часа. Уве, мне еще нужно разобраться с теорией. Ты поможешь? Ну да. Насколько я знаю, это входит в экзамен. Спасибо. Все будет прекрасно, обещаю. Ты ведь их уже знаешь. Ты о чем? О детях. Я не уверен, что это хорошая мысль. Я тоже не уверен. Может быть, лучше тебе остаться дома? Это еще зачем? Отличная идея. Звони в любой момент. Пока. Ты против опытов на животных, а опыты на детях, значит, тебя вполне устраивают. Насанин любит кашу перед сном, но бутылочку тебе придется помыть самому, потому что папа до сих пор не может установить посудомоечную машину. Он называет ее проклятой посудомойкой, которая однажды полетит в окно. Идем, покажу свою комнату. Как ты думаешь, для строительства дома что еще нужно? Водопровод, канализация. Точно. И еще инфраструктура. Конечно. А ты когда-нибудь строил дома? Да, но не из кирпичей. Слушай, я была лучше всех. Честное слово. Ты что, просила его это сделать? Нет. Сапидех? Привет, мам. Поживай, Бехаби. Она уснула. Господи, что это? Эй, ты что делаешь? А, это ты. Любитель дамских велосипедов? Кстати, тут висит знак. Оставлять велосипеды запрещено. Это здесь жила Соня? Я был ее учеником. Я тогда ни читать не умел, ни писать, но она не считала меня кретином. Потом я всему научился, спасибо ей. Извини, что побеспокоил. Эй! Зачем тебе тот велосипед? Моя девушка просила починить. Пока еще она не моя девушка, но я надеюсь, будет моей. Мне пора на вторую работу. Вторую работу? Да, в арабской закусочной. На машину коплю. И что за машина? Рено. Французская. Ты хочешь французскую машину? Да, один из твоих старых учеников заглядывал. А сейчас мне надо кое-что уладить. До того, как я отправлюсь к тебе. Стой! Давай! Отлично. Глуши мотор. Вот и парковаться научилась. Что значит отлично? Я въехала в чужую машину? И что такого? Подумаешь, Вольво. Жди здесь. Мне нужно кое-что сделать. Починил я твой велосипед. Можешь отдать его девушке. Вы сами починили? Место в гараже занимал. Ты ешь кебабы? Нет, с чего ты это взяла? Что он здесь делает? У тебя что, сажа на глазах? Это тушь. Я думал, она для девушек. Он считает, что ему идет. Ха. Так подружку не найдешь. Мне не нужна подружка. Так ты из этих? Уве, нельзя так говорить. Да пусть говорит. Хорошо, это гей? Называется. Да. Я из этих. Гей называется. Ясно. И чего было шуметь? Надеюсь, вы не будете рассказывать про Мирседа. Это его отец только что вошел, он не знает. Не в моих правилах доносить о том, что делают другие. И потом, у тебя есть проблемы посерьезнее. То есть? Французская машина, сынок. Полезно знать, почему машина едет. Это не так просто, как может показаться. Я очень хочу в туалет. Вижу, но мы собирались поговорить о моторе. Извини, не могу, сейчас вернусь. Здравствуйте, вы, наверное, Уве? Вы криво встали на парковке. Я Лена Самуэльсон из местной газеты. По поводу того происшествия на станции. Помните, вы спасли человека? Вы ошиблись, а это был не я. Но я сама там была и все видела. В нашей газете сейчас как раз идет серия репортажей «Невидимые герои». И вы как раз подходите по всем параметрам. Я навела справки. У вас необыкновенная биография. Вы дадите мне интервью? Нет. Человек, которого вы спасли, написал вам письмо. Прочтите его, оно очень трогательное. Сейчас найду. Вот и я, ну что? В другой раз. Почему? Что это? Я ничего не слышу. Пошли. Я ничего не вижу. Откройте. Что смотрите? Я не запирал. Любой кретин догадается, как оттуда выбраться. Идиоты. Уве! Постой. Ты действительно думал, что избавишься от нее, если запрешь в гараже? А? Слушай, ты просто нечто. Ой. Уве. Я тут подумала. Не льсти себе. Нет, серьезно. Давай я помогу тебе навести порядок в доме. Убрать кое-что на чердак. Это ни к чему. Но у тебя в доме до сих пор повсюду лежат вещи, Соня. Я сказал, не надо. Может, стоит перевернуть страницу? Я тебе сказал, ничего не надо. Я не знала Соню. Наверняка она была замечательной. Ну, а ты сделал из нее святую. Только вот она всего лишь женщина, твоя Соня. Замечательная. И все же она просто Соня. Заткнись! Что ты на меня орешь? Чем чаще люди треплют ее имя, тем все больше и больше ускользает от меня воспоминания о звуке ее голоса. Ничего до Сони не было, и ничего не будет после. Я же есть. Проклятие! Стой, мерзавец! Остановись! Если вы, наконец, перестанете себя вести как неандерталец, уверен, мы с вами прекрасно поладим. С дороги. Нет, не дождешься. Давай, включай заднюю. Если вам не нравится, что я здесь езжу, обратитесь в местный муниципалитет. Может быть, они помогут Руне? Мне нет никакого дела до Руны, я лишь слежу за соблюдением правил. Ни шагу дальше. Что с тобой такое, Уве? А я знаю что. Ты упрямый самодур. Мне стало так интересно, что ты за человек. Я порылся в архивах, в интернете. И теперь я знаю все. Я прочел все твои безумные письма. В газеты и в разные инстанции. Я знаю все. О твоей жене, о той аварии, о том, что ты обвинял в этом всех и каждого. А может, дело просто в том, что ты слабак? Я на вас пожалуюсь. Я работаю на частную медицинскую организацию. Мы выполняем только те решения, которые уже приняты. Тебе нужно позаботиться о своем сердце, Уве. Что ты знаешь о моем сердце, а? Что? Что ты знаешь о моем сердце? Поехали. Что? Что ты знаешь о... Останови машину! Стой, чертов идиот! Стой, я сказал! Проклятые тянуши! А? И последний раз предупреждаю, завтра ваш валенок станет тапком! Совсем съехал старикан. Бюрократ. Скотина. Ненавижу! Сволочь. Проклятые чинуши. Уве! Эй, Уве! Стой! Эй, Уве! Что с тобой? Сюда. Все готово. Ага. Стой, закрой глаза. А? Закрыл? Да. Теперь пойдем. Так, стой. Угу. Та-да! Что это? Идем. Мы будем танцевать. Нет, нет, да, нет. Будем. Нет. Ну идем. Идем. Нет, нет. Идем. Но идем. Я не умею. Ты можешь танцевать мысленно. Ты скоро станешь папой, представляешь? У нас будет ребенок. Я люблю тебя, Уве. Я тебя. Но теперь нам понадобится хэтчбэк. Да, и еще колыбель. Конечно. Я сделаю. Хулиганье несчастное, что вам надо? Мы хотели кое о чем попросить, но мы лучше пойдем. Что? Мирсада выгнали из дома. Вы не могли бы его приютить? Здесь? Это постоялый двор, по-вашему? Мирсад все рассказал. Я признался отцу, что я гей. Он их ненавидит. Сказал, что своими руками убьет, если узнает, что его дети геи. Но неважно. Пошли, Адриан. Соня всегда всем помогала. Ладно, идем. Доброе утро. Сейчас приготовлю тосты, ладно? А кофе уже готов. Мне нужно на обход. Так попейте кофе сперва. У меня тут хлеб, сыр и всякая всячина. До обхода. Нет, я все-таки пойду на обход. Можно с вами? У нас свободная страна. А? Ладно. Подождите! Привет! Можно мне с вами? Стал бегать по утрам. Привет. Привет. Я Джимми. Мерсов. Ага. Значит, твой старик злится? Ну, точно уж не радуется. Слышал про руны? Нет. Его забирают завтра. Отправляют в спецзаведение. Чушь. Пройдут годы, прежде чем эти бюрократы доведут дело до конца. Уж я-то знаю. Клянусь. Решение принято, он уезжает завтра. Она 3 года боролась против этого, но теперь им придется расстаться. Что значит 3 года? Неправда. Тогда бы Соня знала об этом. И я бы знал. Они-то просто не сказала Соне. Она не хотела, чтобы узнал ты. Чего это она так боялась, что я узнаю? Не хотела просить о помощи. Сказала, что на вас и так много свалилось. Что? Да? Так и сказала, что мы не должны знать, потому что на нас много свалилось? Они-то? Да, что? Соня Линдл. Идиот. Вот кто я такой. Не сердись на меня, Соня. Признавать свои ошибки тяжело. Особенно, когда ты долго ошибался. Прости меня. Но теперь я все исправлю. Знаю, знаю, ты не любишь, когда я злюсь. Но сейчас, мне думается, ты со мной. Это будет война. Давай мне все документы. Все бумажки от властей, со службы, из мэрии, из церкви. Все, что у тебя есть про руна. Ага. Чтобы подключить ваш телефон, нажмите звездочку. Можно от вас позвонить? раз уж мы соседи. Какая разница, обращались мы уже или нет? Над вами тоже есть начальство. Или, может, вы читать не умеете? Вы что там, все неграмотные? Неграмотные! Алло! Алло! Как можно говорить с теми, кто бросает трубку? Как можно говорить с тем, кто все время кричит? Они же не хотят слушать. Присядь. Вот, держи. Всегда одно и то же. И люди такие же. Они не меняются. Меняются имена, но это одни и те же люди. Этим чиновникам нужно одно – портить людям жизнь. Послушай, Уве, ты советовал мне никогда не сдаваться, а теперь сидишь и жалеешь себя. Жизнь у тебя не сладкая, все вокруг идиоты. И ты просто опустил руки. Ты почему-то решил, что на этой планете ты единственный, кто может обойтись без помощи. А знаешь, Уве, никто не выдержит в одиночку. Никто. Даже ты. А теперь уходи. Уходи. Я устала от тебя. Это была ее идея. Попутешествовать вдвоем, поездить, пока не родился малыш. Она хотела ехать непременно на автобусе. Говорила, это так романтично. Я не спорил. Для бюджета так тоже выходило лучше. В Испании Соня решила вести испанский образ жизни. А я довольно скоро выяснил, что испанцам есть чему поучиться у шведов в плане строительных стандартов. Все было прекрасно. По вечерам ходили в кафе у бассейна. Сберегали кое-что, оставшееся от завтрака, и чудесно ужинали на свежем воздухе. И вот наступил день нашего отъезда. Нет, нет, не надо, нет. Он сказал что-то смешное? Кажется, он доволен. Не обращай внимания, Уве. Что? Им весело. Ты думаешь? Да. В автобусе Соня попросила, чтобы я потрогал ее живот. Малыш отчаянно пихался. Вот, здесь. Чувствуешь? Какой неугомонный. Извини, я на минутку в туалет. Соня. Соня! Соня! Помогите! Соня! Помогите! На помощь! Вы можете зайти. Кажется, я просидел с ней так неделю. Никто не осмеливался заговорить со мной, и меня это устраивало. Пока однажды мне не сказали, что она больше никогда не сможет ходить. Не смейте так говорить! Слышите? А потом случилось непостижимое. Лучшие надежды и худшие опасения сбылись одновременно. На следующий день я должен был ей сказать, что произошло. Сказать о жизни, которую мы потеряли. В этой великой печали я вдруг почувствовал, что обрел силу. Вначале мне удавалось извлекать пользу из моей ярости. Соня продолжала учиться. До диплома учителя ей оставался 1 год. Но когда она его получила, работы для нее не нашлось. Мне жаль, прекрасный диплом. Спасибо. В те времена школы не были оборудованы пандусами для инвалидных колясок. Но однажды Соня показала мне объявление в газете. С особыми потребностями. Они создали класс для детей с особыми потребностями еще в то время, когда и понятия-то такого не существовало. У вас прекрасное резюме. Но сами понимаете, мы не можем взять на работу учителя-инвалида. И вот тогда я погрузился в черную дыру. Я хотел их всех уничтожить. Всех мерзавцев до единого. Автобусную компанию, пьяного шофера, торговца вином, турагентство. Всех. Я писал испанским и шведским властям, но никому не было до нас дела. Надо просто надстроить крыльцо и немного расширить площадку. А потом... Они даже не хотели ставить элементарный пандус, чтобы Соня могла попасть в школу. Я подал на них всех в суд, надеясь получить хоть какое-то подобие справедливости. В конце концов, все решила Соня. Она была сильнее всех нас. Уве. Либо мы умираем, либо живем. В тот вечер я взял машину, поехал и сам соорудил пандус. На следующий день Соня начала работать в школе. Добро пожаловать. Итак, «Илиада» – это поэма про Троянскую войну. Ее написал Гомер, но когда? Давид? В 700 году. До нашей эры. Проклятие. Ребята, давайте все поприветствуем Рикарда Стенеба. Привет, Рикард! Добро пожаловать. Я не выдумываю. Всего лишь после года обучения у Сони эти дети смогли читать наизусть классиков на школьном вечере. Какое чудо природы человек! Почти равен Богу разумением, краса Вселенной и венец всего живущего. А что мне это? Квинтэссенция праха. Браво! Она боролась за все хорошее. И очень любила детей. А полгода назад она умерла от рака. Я обещал последовать за ней. Ну как? Вы его подготовили? Дальше порога я вас не пущу. У вас было 3 года, немалый срок, чтобы уладить это дело. Теперь решение принято. Мы делаем это ради вас, Анита. Разве это забота? Разлучать людей, когда они так нуждаются друг в друге. Только дело в том, уважаемая, что он сам не знает, где находится. Зато я знаю. А кто будет за ним ухаживать? Я буду. А. И мне помогут. Ну, прошу. Помогут? Кто же, интересно? Здравствуйте. Очень приятно. Я Лена из местной газеты. Здравствуйте. Видите ли, я изучила 3-летнюю финансовую отчетность частной компании «Консенсус», одним из учредителей которой вы являетесь. По документам у вас минимальный доход. Но я выяснила, что на офшорных счетах в банках Нормандских островов у вас имеется несколько миллионов евро, не обложенных налогом. Откуда, интересно, вы это взяли? Из интернета. Уверена, моего редактора заинтересует такой материал. Но решение, конечно, остается за мной. Он просто смылся. Что за время? В наши дни, по крайней мере, люди боролись за свои принципы. Скорую. Не пускайте скорую на наши дорожки. Подождите здесь, пожалуйста. Здравствуйте. Пар Ваннех, вы записаны как ближайший родственник. Так и есть. У вашего папы проблема с сердцем. Можно сказать, что оно слишком большое. Что? Слишком большое? Да, но с этим люди живут. Господи, Ува! Ты самый незадачливый самоубийца из всех! Уве, кажется, я рожаю! Черт! Так бы стояла на чердаке, пыль собирала. Она же новенькая. Какое чудо, Уве. Спасибо. Конечно, не мешало бы подкрасить. Погоди, подержи. Я хочу показать Патрику. Ну, привет, малыш. А это подарок для тебя. Это iPad! Спасибо, дедушка! Мне знакомо это чувство. Словно ты купил новую машину. Вот это и есть жизнь. Смотри, дорожка Увы не расчищена. Ну и что такого? Сейчас уже 8. Время обхода. Увы! Не волнуйтесь, я не наделал глупостей. Когда вы будете это читать, прогнозы врачей сбудутся. Они сказали, что у меня слишком большое сердце. Это красиво звучит, но на деле не так хорошо. Рано или поздно приходится за это платить. Я хочу приличные похороны в приличной церкви. И умоляю, не надо развеивать мой прах по ветру, это ерунда. Пусть на церемонии присутствуют лишь те, кто знает, что я старался для всех. Кошка ест тунца дважды в день и любит гадить в одиночестве. Уважайте ее желания. И главное, не давайте никаким ублюдкам ездить по нашим дорожкам. Автор сценария и режиссер Ханнес Хольм. По роману Фредерика Бакмана. На русский язык фильм дублирован студией «Позитив» по заказу телеагентства «Русский репортаж» в 2016 году.